Итак, друзья, сейчас я начну делать рыбу, которую мы поймали вот недавно. Там в море было очень трудно снимать, поэтому объемы всей пойманной рыбы я, конечно, не успел снять. Было очень мокро, и телефон немножко намок, с которого я сейчас снимаю. Поэтому я сейчас покажу, что мы поймали. Вот. Сейчас посмотрим, что мы поймали. Мне немножко рыбы. Я возьму немножко рыбы. Вот, специально, чтобы это десяток вроде бы как тут должен быть. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять рыбок ровно. Ровно 10 рыб. Сейчас я их буду разделывать, снимать чешую буду. Вот. А потом, естественно, мы ее засолим и завялим. И посмотрим, какая получится. Вот. Сначала мы немножко промываем рыбу. Потом немножко мы ее почистим.